В Югре официально стартовал чемпионат мира по бильярдному спорту. Накануне в Ханты-Мансийске состоялось открытие соревнований. Напомню, в окружную столицу приехали более сотни спортсменов из 24 стран мира. Они поборются за главные призы чемпионата. За первое место среди мужчин бильярдист получит 600 тысяч рублей, а у женщин приз поскромнее – 250 тысяч. В целом же фонд комбинированной пирамиды составляет 2,5 миллиона рублей. В соревнованиях принимают участие 8 югорчан. Вчера уже состоялись первые игры. Наши спортсмены Наталья Корнева, Эльфат Айнутдинов, Тахир Храмов и Петр Данилов выиграли свои партии. Здесь спорт развивается, и я очень рад, что здесь развивается бильярд. Бильярд – это шахматное движение. Время от времени Ханты-Мансийский округ и город Ханты-Мансийск становится столицей, шахматной столицей мира. И вот сегодня Ханты-Мансийск и город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский округ – это бильярдная столица мира, потому что здесь проводится чемпионат мира по комбинированной пирамиде, по русскому бильярду.